Развивает фантазию у детей и помогает расслабиться взрослым. Мастер-класс по необычной технике рисования «Грифонаж» прошел сегодня в библиотеке «Маяк». Чем она интересна, узнала Ульяна Ездакова. На необычный мастер-класс по грифонажу в библиотеке «Маяк» Маргарита Степанова попала впервые. Девочка, признается, очень любит рисовать. Особенно разных животных и мифических существ, единорогов и пегасов. Когда мама предложила сходить на занятия, с радостью согласилась. Начиналось с того, что надо было просто сделать всякие разные каракули. И потом выводить из них рыбок. У меня получился вот такой смешной гуппи. Это угорь. Тему для необычных рисунков можно выбрать любую, говорят организаторы мастер-класса. Само слово «грифонаж» с французского переводится как «каракули». Техника так называемого быстрого рисования зародилась в 17 веке в Англии. Для детей это веселое и в то же время полезное занятие. Эта техника интересна и манит тем, что она развивает воображение, любовь к творчеству. То есть, начиная рисунок, ты не можешь предугадать, что у тебя получится, потому что все зависит от случайно нарисованных линий и от фантазии рисующего. Рисовать каракули нравится и взрослым. У Екатерины Степановой, например, получился экзотический кенгуру. Понравилось рисовать, и интересная техника. И интересно, что я что-то еще вижу в этом мире. Как отмечают специалисты, грифонаж – это еще и способ услышать голос подсознания и таким образом решить некоторые внутренние проблемы. Ульяна Ездакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.